полное описание и точную дату выхода первой и второй серии шестого сезона сериала «Балабол». Первая и вторая серии сериала выйдут на НТВ 31 октября. В новых сериях мы увидим, как Саня Балабин узнает, что в город прибывают преступники, чтобы сбыть крупную партию нового наркотика «Эйфория». При передаче денег происходит перестрелка, в результате которой погибают и продавцы, и полицейские из Москвы. Саня едет в командировку в столицу. Он встречается с бывшей женой Леной и узнает, что ее новый муж Павел Лебедев оказался втянут в криминальную историю. Саня не может оставить их в беде. На Павла совершается нападение. Ему предстоит операция. Лена навещает мужа в клинике, но в палате происходит покушение на них двоих. Балабин дает задание кузнечику изучить все дела сотрудников отдела капитана Пряхина и выявить связь с компанией, где работал Лебедев. Выясняется, что информатор Пряхина, Дружников, был связан с компанией Лебедева и спровоцировал перестрелку на той встрече. Он же и застрелил Байкова с продавцами первой партии. Дружников также знал о командировке Балабина в отдел Шувалова. Очевидно, что в отделе крыса. Напомним, первая и вторая серии сериала выйдут на НТВ 31 октября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.